Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Не забывайте ставить лайки и подписываться, чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий. Светлана Крючкова прославилась на всю страну, снявшись много лет назад в культовом фильме «Большая перемена». После этого карьера актрисы стремительно пошла в гору. Одной из своих самых ярких ролей она сыграла в сериале «Ликвидация». Но не так давно звезда экрана столкнулась с большими проблемами со здоровьем. «Мне поставили страшный диагноз – рак», заявила Светлана Крючкова в эфире программы «Судьба человека». По словам актрисы, изначально врачи проморгали диагноз. Однако внезапно стал нервничать домашний любимец звезды. Кот ложился на больное место, драл лапами, рычал, поведала народная артистка Борису Корчевникову. Она пошла к врачам и сказала: «Ищите». Специалисты стали искать и обнаружили опухоль. Уже была четвертая стадия. Я к этому спокойно отнеслась. Собрала родных, и мы поехали есть стейки. Потом мне составила завещание, сообщила Крючкова. По ее словам, она все в своей жизни заработала своим трудом, потому боялась, что после ее смерти объявятся родственники, о которых она раньше не знала, и начнут делить наследство. И еще у меня была паника. Я же не записала гражданскую поэзию Марины Цветаевой. Ее кроме меня никто не читает, заявила знаменитость. Несмотря на страшный диагноз, одна из подруг сказала Крючковой немедленно ложиться на лечение в стационар. А потом она уехала в Германию, где ей сделали операцию. Я думала только о работе и о детях. Попросила их: «Не смейте рыдать», — рассказала актриса. Звезда отметила, что прожила насыщенную жизнь и уже давно ничего не боится, даже смерти. Кстати, в начале 2019 года ходили слухи, что Светлана Крючкова развелась с третьим мужем Александром Молодцеовым. Он был младше актрисы на 12 лет. По некоторым данным, мужчина тут же нашел себе молодую любовницу. Народная артистка якобы даже отселила его в отдельную квартиру, которую купила на свои деньги, где он и проживает с молодой избранницей. Ролик подошел к концу. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Нам будет очень интересно его услышать. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Так вы будете узнавать о всех самых свежих новостях и ничего не пропустите.